Вера Петровна Трубкина больше 30 лет проработала учителем физкультуры. Даже на заслуженном отдыхе она постоянно вспоминает время, проведенное в стенах школы. Каждый год, приходя на праздник в департамент образования, Вера Петровна с улыбкой на лице встречается с теми, с кем ей довелось трудиться. Здесь вот встречаемся, общаемся. И иногда, конечно, ностальгия бывает по поводу того, что вот... По школьной жизни, скажем так, по ученикам, в основном по коллегам, конечно. В зале департамента образования собрались преподаватели школ города. Весь вечер в адрес тех, кто посвятил педагогике большую часть своей жизни, звучали теплые слова поздравлений. Именно благодаря вашим усилиям, вашим стараниям в системе образования трудятся молодые, талантливые учителя. И связь поколений не прерывается. Приятным дополнением вечера стал концерт, который для ветеранов подготовили учителя школы-интерната номер 1. На протяжении всего праздника гости принимали активное участие в интерактивной программе. Но главным событием для ветеранов педагогического труда стала возможность встретиться и пообщаться с коллегами. Нам хорошо, что мы вот вышли из дома, пообщались с своими коллегами и вообще... Время провели. Счастье, когда всех видишь живыми и здоровыми. Все рады друг другу, рады видеть, рады слышать, рады говорить. Общение. Мы уже люди-то преклонные, нам нужно общение. После праздничного концерта все гости вечера смогли вспомнить песни советских времен и спеть их в большой дружной компании. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.